Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Мурчика так просто не возьмешь. Мурчик стачи сдать может. Не успел прийти, она уже на под... по морде уже получил. Получила, а, хулиганка. Ты же знаешь, что он дрочливый тоже котяшка. Вода у него там замерзла, она выгрызает. Давай поедим сначала, потом попить тебе дам. Давай, хулиганка. Маленькую мою. Давай иди ешь, а то он у тебя там уже все, нычки все выгребает. Уже хрустит чем-то. Смотри, какой наглый. Нахаленок-то. Любовь-то твоя. Он пошел сухой корм, побежал есть. Давай. Маркиза. Это и кот интереснее. Есть-то будешь, нет? Ну, конечно, надежда другая, она будет этот самый дергаться сейчас. Давай. Хулиганка. Ну, я сейчас коту все достанется, тогда будешь привередничать. На. Все. Кот все там будет есть тогда-то. Раз ты не хочешь, я все коту отдаст. Ну, давай. Он ждет, что у нее, что есть, только будет то, что нравится ей. То, что только нравится, она будет есть. Остальное будет отплевываться. Давай. Кот там сухим кормом хрустит. Ну, лапку ставь. Кого дергаться-то? Она всего меня обнюхивает. Нет, ты шубу отрастила, я что, должен в летнем ходить, что ли? Лапку-то поставь. Ну, поставь лапку. Нет, я на кота проверить там. Давай. Ну. Нет, я на кота, так, чтобы это самое, чтобы не задеть никого. Давай. Хулиганка, меня укусить надо еще. Ну, конечно же. Ну, одежда другая, она ее вот самая. Ну, рвачья бледная. Давай. Я же тебя днем кормил в этой одежде уже. Давай лапку ставь. Лапку ставь. Ну еще кусаться она будет. Половину выронила. Одежда уже все будет вредничать. Ой. Кот ее напугал. Кот что-то учухал. Он учухал. Ну, конечно, для тебя положили.
Ага, сейчас мясом тебя кормить буду. Мясо сам лови. Мясо давай. Пленка. Ну, конечно, он, конечно. Ага. Маркиза изо рта не отберешь. То, что она нравится, она не отдаст. Угу. Вот он уже нашел там. Давай. Маркиза. Ну лапку уж поставь. Она по-своему хочет. Хочет не это самое, чтобы. Ну кто тебя съест-то? Давай это самое. Работай по-нормальному. Во. Молодец. Давай. Правильно, поручи на него. Он в тепле сидит, на улице бегает. Еще приходит лису, которая на улице живет, объедает. Дай, ребенка, дай, лапку ставь. Какая она умная девка, какая умная-то. Ну, за котом следит. Маркиза, ну еще кусочек один остался. Сейчас я тебя там за ухом поцарапаю. Сейчас тебе воды налью, подожди маленько. Замерзло все. Ну? Все, наверное, уже это самое. Ну, будешь, если не будешь? Ну, кусаться будет. Другая одежда, и все, все ей не нравится ничего. Давай. Хулиганка. Ну? Ну, она с котом, она ей поиграть еще надо. Все, она, короче. Выкабениваться пошла. Угу. Наелась маленько, все, надо подурачиться маленько. Кота погонять. Угу. Сейчас я тебе воды налью, подожди маленько. И давай яйцо попьем. Яйцом запьем. Там лед вылизывать. Кот сейчас на будку залезет. Маркиза, ну иди, сейчас яйцо будет. Яйцо попьешь. Полакаш. Ты когда наливаешь воду, она выкабенивается, бегает. Когда она замерзнет, уже начинает это самое. Лед этот грызть. Давай. Давай. Ну не так же быстро. Давай.
иди. Давай еще из цати налью. Тут ты что-то пить хочешь сильно. Дай. Маркиза. Дай. Будешь цуицу? А? Не хочет. Давай еще мяско поедим. Будешь мяско есть? А? Мяско будешь есть? Ладно, мяско потом сама съешь. Давай булочку съедим. А? Будешь булочку есть? Дай-ка еще что-то вкусненькое есть у меня. Дай-ка что? Шоколадка. Шоколадку она взяла. Короче, ладно, все на сегодня.